Через пару минут буквально мы начнем наш митинг, но перед этим я бы сказал пару слов, хотелось бы сказать, которые на первый взгляд не очень относятся к нашей сегодняшней теме, которая нас сегодня заставила собраться, но если мы присмотримся, мы поймем, что это явление одного порядка. Дело в том, что сегодня достаточно грустная дата, достаточно грустная годовщина. Исполняется ровно 100 лет, 100 дней, извиняюсь, с кровавых событий в казахстанском городе Жаныузене. Я напомню тем, кто не знает, расскажу. 6 месяцев там шла забастовка рабочих нефтяников за достойные условия жизни и труда, за достойные зарплаты, за социальные гарантии. Все эти 6 месяцев на них оказывалось давление, их поливали грязью, вешали чужие какие-то дела, их пытались подавить. И, наконец, 100 дней назад, 16 декабря прошлого года, по ним открыли огонь. Несколько дней на улицах Жаныузене шли уличные бои фактически между жителями города и практически безоружными, и стянутыми со всей страны вооруженными до зубов полицейскими и солдатами внутренних войск. Результат – около 1500 погибших, несколько сотен раненых, огромное количество людей за решетками, в тюрьмах. Казалось бы, другая страна, другая ситуация, но если мы посмотрим, то мы поймем, что это явление имеет одну суть. А суть в том, что люди, у которых в руках деньги и власть, относятся ко всем остальным, к нам с вами, к простому рабочему народу, как к бесправному быдлу, как к бессловесной скотине. А когда эта скотина пытается обрести голос и пытается заявить, что мы тоже люди, у нас тоже есть права, их встречают свинцом.